Коментар для місцевої преси. Скажіть, важко, правда, налаштовуватися на гру, коли завчасно зрозуміло, ніби хто виграє, так? Ну, ви все-таки дали пограти господарям? Ну, то треба спросити у ребят, лучше такі моменти вони самі как бы определяють, ну, наскільки можна дозволити сопернику. Просто видно було, що ваша команда, ну, мало тренується, якщо чесно. Видно было по физическим кондициям, поэтому... Ну, и раз ложилось уже, как вы видели. Как можно считать, что это больше повезло, когда вот так на одной ноге можно пройти в четвертьфинале аж? И лучше, чтобы был соперник посильнее, чтобы так как бы тонус? Ну, как, это просто не то, что повезло. Я думаю, что просто ваша команда немножко недоподготовилась физически. Если бы ребята, в принципе, играли в гандбол, видно, и, ну, просто, что мало физической подготовки. Вы, конечно, с максимальной задачей выступаете в кубке. Ну, конечно, да. Ну, нам тоже будет тяжело, потому что там такие соперники, как Мотор ЗТР, поэтому, я думаю, ну, мы как бороться будем, но... Как выйдет? Да. Ну, Буковина уже за вас будет болеть. Хорошо, да. Удачи. Спасибо, вам. Да.